Степана Андреевича Бандеры. А он что-то тварь? Ну, тварь та еще, да, согласен. Я вот приобрел недавно 922 том полного его собрания сочинений, видите? Так он... 922 том? Так вот, он развил дискуссию с самим Резерфордом. Я вам поясню. Вы сейчас стримите? Да, да, да. Я вам поясню для ваших зрителей, что Резерфорд – это творец орбитальной строения атома, который в школе изучают, то есть ядро в середине и вокруг него окружности с электронами. Так он доказывал достопочтенному лорду Резерфорду, что украинский электрон не может находиться на орбите, ибо он щирый, незалежный и укромовный. Я сомневаюсь, что вот видите, 922 том, я сомневаюсь, что Бандера за свою жизнь столько предложений прочитал. Ну, понятно, что это троллинг. Мы с вами первый раз встречаемся. Да, я да, ваш да, подписчик, да. Я так, да, небольшой дружеский троллинг провожу такой. Спасибо, ну, спасибо. У вас Николай II там сзади, да? Нет, Александр II. Александр II, отсюда не видно, потому что видно, что с бородкой симпатичный я мужчина. Могу поднести. Когда близко, не... это видно, что Александр II. А, да, 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 согласен, да. Здесь уж видно, да. Видно. Кстати, наш один актер сыграл его так вообще, прям один в один в лицо, прям похож. Вы имеете в виду по Михалкову, что ли, фильм? Не помню, наверное, да. Прям один, вот сейчас прям один в один, прям вот как будто один вы, в один, да, из фильма. Там один в один был Александр Третий, насколько я помню. Если помню. Может, другой мы фильм смотрели, но вот такой тоже есть актер, я помню, был фильм какой-то. А Михалков, Михалков, наверное, снимал по этому, по Акунину, наверное, снимал, да, по Акунину? Да, нет? Да, по-моему, да. По Акунину. Вы сейчас, я смотрел. Вы сейчас нас поговори с доцентом, а вот вижу, да, на основном. Да, 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 да. Сейчас я зайду, это самое, может, там, если модераторы меня знают, может, дадут ссылочку на канал. Вы же юрист, по-моему, да, и преподаете? Да. А преподаете, да, юрист. Какое право преподаете? Сейчас административное, госслужбу. А сейчас, так. А вообще заканчивали по какой специальности? Ну, сейчас вы административные, а ранее? Нет, я диссертацию писал по теории государства и права. Ага, понятно. У меня, кстати, второе образование, у меня два высших, второе образование тоже юридическое. Я по теории писал. Ну, понятно. Я преподавал теорию государства и права и по ней диссертацию писал. Не встречались с укроблогерами-юристами? Их таких более-менее грамотных два, с кем можно поговорить на юридические темы. Да, я их видел, но мы не встречались, да. Это... Честно, я не очень хочу, потому что, ну, что мы с ним, письками будем мериться? Вот я поставил красный это самый знак. Это пендулум Олег Денкул, видите? Угу. Нет, пока не вижу. Ну, красный фейс. После Иванки, вот, там розочки, да, да. Следующий я. Дэн Клуб, да? Да. Да, сейчас Иванка найдет, может быть, и ссылку вам на канал, ссылку вашего канала сделает. Да, если не трудно. Он ваш канал найдет? Да. Да, да, сейчас мы ссылку закинем. Ничего страшного, нам не жалко хороших людей, что. Да. Так вот, я их, если вы, в принципе, захотите поговорить с юристами, как юрист, я их троллю, вот посмотрите у меня ролики, когда будет у вас время, просто наберете коллизия права статьи 115, 119 ККУ, то есть Криминальный кодекс Украины. Вот вы же помните, ну, в том числе и из теории государства и права, дефиницию термина убийство. Ну да, да, да. И коллизии права я прекрасно знаю, что такое. Ну, я понимаю. Ну, если убийство – это лишение жизни, дальше помните как продолжение? Нет. Но лишение жизни другого человека, ибо самого себя... Ну, само собой. Самого себя суицид – это не криминал, а лишение жизни животного – это по иным статьям. Но, кроме того, должно быть, должно быть еще три условия. Умысел, противоправность и виновность. Вот умысел – это внесено, когда мы перешли на европейскую систему в 90-х годах. Потому что после 92-го. Потому что, ну, кодекс, по-моему, в 95-м принят, российский первый. Ну, уже после постсоветской России. Потому что при СССР, если вы помните, была статья «Неосторожное убийство». А сейчас разве нету? А сейчас нету. По неосторожности. Лишение жизни по неосторожности. Ну, лишение жизни по неосторожности, так это, да. Это важно.
Вот я говорю, как разговор ставить с украюристами, если не обязательно с блогерами, если вы, в принципе, захотите вести юридический разговор. Я посмотрю, кстати, я что-то не вникал в это, да. Я же не занимаюсь уголовным правом, не вникал в это. Да, но это, в общем-то... Посмотрю теперь. Да, то есть умысел внесен в обязательный признак убийства. Если нет умысла, это не убийство, а лишение жизни. А при СССР было неосторожное убийство, это умысел не был обязательным признаком. А вот все страны, кроме Украины, Украина лоханулась конкретно, они тоже в статье 115 в дефиницию внесли умысел обязательно, а 119 статья у них неосторожное убийство на мове необережного убийства. То есть это... Сейчас я посмотрю. Посмотрите, статья 115-119 Криминальный кодекс Украины. Я записал. Я посмотрю потом. Вот на этот счет я их троллю. Ну, еще бывает, прикольно. У меня троллинг там по 110-й статье, но это так. Ну, я не собираюсь с 70-ками мериться. Потом, знаете, а у них есть один такой толковый, да, я вижу, что он толковый, он, скорее всего, тоже преподает, Роман, по-моему, вот, такой крупный, он все время ручку в руках вертит, он волнуется, все время ручку в руках вертит. Но мне, знаете, мне не нравится его манера, он такой нудный. Медленный, нудный, меня это бесит. Ну, может, попик вы имеете в виду? Нет, Роман, по-моему, Роман. Такой мужчина такой, ближе к 50 уже, 40 плюс такой. Потому что крупный, крупный. У них попик сейчас хорошо развился, как блогер. Он ответил мне на довольно трудный юридический вопрос. Тут, так сказать, можно сказать, что более-менее... Попика я знаю, да, мы тоже с ним ни разу не разговаривали. Вот. Они в эту рулетку уже не заходят. В этом нет, не заходят они. Эта рулетка испортилась, я сам редко захожу. Она все время пишет, не видно лица. Я вот вынужден ставить ближе камеру, там я подальше ставлю в той рулетке. Если вот стоит чуть подальше, вот сейчас нормально, но все равно бывает, сбивается. Но тем не менее, бывает, я захожу в эту рулетку. А вы в ту рулетку ходите? А нет, там не получается у меня разговора. Там 3 секунды переключается, 3 секунды переключается. Там меня не любят. Да. А блогеры меня вообще все переключают, украинские. Они не хотят со мной разговаривать. Есть такое, да. Не хотят. Им же пьяные нужны, понимаете? Им нужны пьяные. Ну, контент. С нами неинтересны. Да. Давайте, вот, как обычно, так сказать, закончим то, о чем все говорят. Как вы думаете, в каких границах останется Украина по окончании конфликта? Она вообще останется? Ну, смотрите, вот вы же, как юрист, я думаю, должны, ну, должны чувствовать, что, во-первых, должников не убивают. Ну да, да, да. Она останется. Кто-то должен отдавать. В размере там нескольких областей. Ну, я вот карту, вы спроси, я карту достал. Я же плохо знаю географию Украины пока. Вот я думаю, оптимальная граница по Днепру, конечно, чтобы было. Но может быть. Нет, Одесская, Николаевская, Днепропетровская, Харьковская 100%. Вот. Харьковская 100%, а Днепропетровская по Днепру. Нет, Одесская нужна обязательно. Одесская, да. Я же говорю, по Днепру плюс Николаевская, Одесская. Да, иначе нашему флоту в Черном море покоя никогда не будет. Ну, это Украина понятно. Должна быть сухопутным государством, да, должна стать она. Да. Еще неплохо было бы Кировоградская, Полтавская и Сумская, еще бы неплохо было. Сумская – это очень даже необходимо, потому что это слобожанщина. Mm-hmm. Это земли, которые были в русском царстве до того, как Богдан Хмельницкий привел вот эту, всю эту шушеру. Я здесь разговариваю с нашими ребятами, которые там вот сейчас на СВО, и практически 9 из 10 говорят, до Львова пойдем. Они хотят дальше. Ну, есть такие, до Лиссабона пойдем, это все, это контрпродуктивно все. Надо ставить реальные задачи. Для меня, реальные цели, Из Харькова уехал, я на 2 дома жил, Харьков, Москва, но мне одинаково дорого Харьков и Москва, просто в рулетке я позиционирую больше себя как харьковчанин, потому что Москва не требует защиты. Москву либо любят, либо ненавидят из зависти, что-нибудь одно. Mm-hmm. А Харьков требует защиты как от укронационалистов, так и от наших, которые там вечно, значит, считают, что это хохлы и так далее. Вот со всеми, со всеми этими. Ну, понимаете, меня учили так: проси больше, получишь в самый раз. Да. То есть надо ставить нереальные цели. Да. Я думаю, вот оптимальная граница по Днепру плюс Николаев Одесса, как вы заметили, верно. Mm-hmm. Почему по Днепру? Потому что естественное
широкая река – это очень удобная граница с точки зрения ее охраны. В 10 раз меньше потребуется на ее охрану тратить. Ну, президент сказал, видите, нужно как минимум 200 километров этой вот серой зоны. Ну, мне не очень понравилась эта вот фраза «серая зона». Это же наша территория или побережье. Они, чем они хуже той же Херсонской области, которая сейчас под Россией. Тем более Херсон был, Херсонская область была самая непророссийская из всего Юго-Востока. Теперь они, теперь некоторые наши кричат, что вот Херсон наш там, или там Мелитополь, а Харьков не наш. Хотя, хотя до 14 года локомотивом борьбы за русский мир на континентальной Украине, ну не считая Севастополя. Севастополь был первым, естественно, а на континентальной Украине был первым Харьков, а отнюдь не Донецк и Луганск. Я к тому, что как бы не сделали вот эту серую зону, Кировоградская, Полтавская и Сумская, как бы вот из них не сделали серую зону. Ну, ну как их понимать, серая зона? То есть серая зона, что ни, ни тому, ни другому, это квазигосударство, что ли, типа... Ну, типа Украина, но там ничего, там, там нельзя располагать вооружение и прочее, там, короче, там все, все под контролем думаю, должно. Я думаю, что в благоприятном варианте вообще в Украине запретят, как Германии. Как Японии? Ну, как Японии, как Германии с 49-го года. Германия же в 49-м году образовалась. Да, да, были, да, да, да. Ну, Японию тоже, помните, статья 9 Конституции Японии запрещает Японии армию иметь. То есть вот, у них же официальной армии же нет в Японии. Только внутренние войска для усмирения бунтов. Силы самообороны, да. Это, я думаю, им позволит. Да. Ну, посмотрим, что еще загадывать. Знаете, как человек предполагает, а Бог располагает. Поэтому. Да, совершенно верно. Посмотрим. Вот, такие дела. Ладно, спасибо вам за все. А это я посмотрю статьи. Я посмотрю, да, мне интересно стало. Да, приятно было с вами познакомиться, рад знакомству. Взаимно, да. Первый раз мы с вами. А вы не сказали, как вас зовут, вы не сказали. Меня-то Игорь зовут. Олег меня зовут. Олег, да, все, Олег. Если в следующий раз забуду, вы меня простите, я на имена Ничего страшного. Не очень, не обижайте меня, пожалуйста. И вы, все, спасибо. Насколько я понял, вы из Уфы, да? Да, я из Уфы, да, из Уфы. И учились в Уфе, в универе, да, или нет? Да, учился в школе милиции, а потом в Санкт-Петербурге, университет МВД. Понятно. Ну, хорошо. Еще раз привет чату. Спасибо Иванке за линк. Подписывайтесь на канал. Иванка сбросила. А при случае посмотрите. Всех благ. Все, пока-пока. Слушай, Карпов, сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Не искушай ее. Их, в общем-то, всех и назвали русские. Потому что это глагол. Русские – это какой, чей отвечает? В соседней стране 70 миллионов. Они нас ненавидят за это, за то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Они ж передали. В 1922 році. Воронежская область. А в 22 году Львовская область где была? В Австро-Венгрии. Опаньки, так это не было еще? Ну, еще. Уровень интеллекта у Миколы Рушницы, на самом деле это Геннадий Хазан, по-моему, или как его фамилия, это уровень интеллекта креветки из Азовского моря. Хорош. А вы не знаете, не скакали? 60 километров от кордону с Польшей. Ага. Як ви думаєте, яка це може бути область? Сумська? Сумська область межує з Польщею? Ви смієтеся? Без лишнего шума узнай, кто сейчас здесь стримит. Зарабян, первый секретарь Армении, первые секретари обкомов Камчатского, Белгородского и Волынского. Воробьев из Краснодара приедет завтра. Ага, вот с ним и с Зарабяном завтра совместный стрим. Хорошо, стримил.
возле украинского угарного члена. Болтаясь, да, Украина, которая создана группа кривичков. Не надо испытывать наше терпение.